Микаэла Даниэльсон. «Любовь с первого взгляда». Посвящаю это стихотворение Б. Элла. Любимый, найду ли я слова, чтобы мою любовь к тебе описать, о моих чувствах к тебе рассказать? И можно ли любовь великую словами описать? Я нашу встречу первую в твоей конторе помню, как настороженно посмотрел ты на меня, и вдруг из глаз твоих посыпалось множество искр. Этими искрами стали твои глаза ласкать меня от волос и до кончиков пальцев моих ног. Я вдруг почувствовала, как твои губы целуют в мыслях всю меня. Тело мое, мои руки, мое лицо, мои глаза. От поцелуев этих твоих жарких я мысли мои потеряла. Совсем забыла, зачем к тебе в контору я пришла. Стучать сильнее стало мое сердце, закружилась голова моя. От поцелуев твоих этих вся горела я тогда. Огонь любви к тебе вдруг загорелся в моей душе, из глаз твоих блестящих мои глаза. Отвести никак я не могла, лишь замерла я, мое дыхание едва переводя, как будто ты околдовал всю меня. Много дней прошло с той первой нашей встречи в твоей конторе. По делам я туда пришла, но моя любовь к тебе живет. Она навечно в моем сердце. Мой дорогой, никогда эта моя любовь к тебе не умрет. Я до сих пор от чувств тону в нашей любви. Наслаждаюсь, купаюсь в твоих ласках. Когда ты нежно гладишь волосы мои, мое лицо, целуешь ласково мои глаза, целуешь всю меня и шепчешь мне: «Я люблю тебя». И можно ли словами чувства любви великой описать и передать? Нет. Не хватит слов, чтобы о моей большой любви к тебе рассказать. Нет во всем мире таких слов, которые мою великую любовь к тебе могли бы описать. Я лишь хочу тебе сказать, любимый, где бы я ни была, в мыслях моих я говорю тебе: я люблю тебя. Куда бы я ни пошла, в мыслях моих я говорю тебе: я люблю тебя. Что бы ни делала я в моих мыслях, тебе всегда я страстно повторяю: мой возлюбленный, всем сердцем я люблю тебя. Тебе мою вечную любовь и поцелуи мои нежные я каждую минуту посылаю. Спасибо.